Добрый день всем любителям баскетбола. Это команда «Lietuvos Rytas». Я Ринальдо Сейбутис, игрок этой команды. Хочу вас представить, как здесь «Lietuvos Rytas» работает, когда есть тренажерный зал. Можете все посмотреть здесь. Там, видите, его Янис Блюм, самые большие бицепсы в команде. Во, не надо не работать. Это все натурально получается. А вот это Бенджус. Бенджус, наш юнош, хороший бросок. Тело как у Дуранта, только белый. Ну, Степас, расскажи нам, какие планы впереди? У нас всегда... Забыл, как сказать. Ну что, начало сезона у нас не очень получается. Как видели, работы много, но проиграли пару игр. Но все впереди, думаю. Наши цели, чтобы играли получше, и надо, чтобы так случилось, надо много тренироваться. А мы, много юношей у нас в команде, так что не боимся этой работы, и надо смотреть вперед. Увидимся чуть-чуть попозже.